Объявление о продаже своей квартиры обнаружила на одном из сайтов жительница Хабаровска. Историю этой женщины мы уже рассказывали в новостях губернии. Ранее ее из дома выселили неизвестные. Заявили, что права на недвижимость получили от родного брата хабаровчанки. Подробности в репортаже Данила Маевского. Продается двухкомнатная квартира в спальном районе. Так гласит текст объявления на одном из сайтов в интернете. Ольга Беляева поняла из текста, что это ее квартира выставлена на продажу. Перед этим ее буквально выжили из родного дома. В июле появилась пара незнакомцев и предъявила свои права на недвижимость. Был сделан рейдерский, видимо, захват, потому что сразу квартира выставлена на продажу. То есть как нас выселили, на следующий день поставили квартиру на продажу. В квартире на улице Герцена в Хабаровске Ольга Беляева жила с детства. Ордер был у ее отца. Здесь же был прописан брат Ольги. Но он пропал без вести 5 лет назад, до сих пор в розыске. Когда отец умер, его дочь хотела приватизировать жилье, но брат так и не нашелся. Без этого оформить квартиру в собственность нельзя. При этом его данные странным образом фигурируют в выписке из Росреестра. То ли он не пропал, то ли с его документами предприняты некие там действия злоумышленниками, да, третьей стороной, мошенниками. И после приватизации совершена некая сделка от его имени. Но теперь нужно разобраться с вопросом, вообще человек жив этот или нет. Ольга Беляева обратилась с иском в суд. Требует признать приватизацию квартиры незаконной и вернуть ее права на проживание в доме на улице Герцена. Данил Маевский, Семен Сахно для программы «Новости».